Наша знімальна група зараз знаходиться у Виноградівському хоспісі. У нього вже дещо інше буде назва, але поки що ми спілкуємося з керівником цього центру, Віктор Павлович Ісаєв. Як іде підготовка до передачі на область цього Виноградівського хоспісу? На цій неділі йде передача документів на область. І ми будемо підпорядковані областному центру социальной помощи, который будет включать и, в общем-то, дом престарелых, который находится на территории Виноградова. Это будет как отделение. Сам хоспис – это помощь, историческое такое название. И, естественно, я за период своей трудовой деятельности посетил хосписы и в Европе, и в Германии конкретно, Венгрия, Румыния, Польша, а также в Соединенных Штатах Америки. 85% это онкобольные с хроническим болевым синдромом. Это статистика. Но это не значит, что здесь будут находиться пациенты только онкологические, которых, в общем-то, имеют проблемы с обезболиванием. Здесь также будут находиться пациенты диабетическая ангиопатия, запущенный сахарный диабет. Одним словом, крайне тяжелые больные, которые требуют помощи. И в зависимости от того, насколько мы оснащены, мы будем оказывать эту квалифицированную, специализированную медицинскую помощь. На этом немножко стоит остановиться. В нашем хосписе, он же Центр паллиативной помощи, есть оборудование, которое нет равных в таких учреждениях на Украине и в Европе. Конкретно у нас есть аппарат мембранный плазмаферез для очищения крови от раковых клеток. Это, в общем-то, аппарат, который широко используют в крупных центрах. Клиники Лисот, центр боли, который находится в Киеве, израильская клиника. Вот. Мы с ними знакомы, они с нами тоже. Это серьезные процедуры, которые требуют, в общем-то, подготовки медперсонала и имеют положительный эффект. Дело в том, что раковые клетки существуют у всех людей планеты. Но в зависимости от состояния иммунитета эти клетки могут или доминировать, или оставаться, в общем-то, в нейтральном положении. Одним словом, не проявляться в виде онкологического заболевания. Вы кандидат медичних наук, лікар-анестезіолог вищої категорії. Де ви працювали раніше? Трошки розкажіть свою медичну історію. Біографія, в общем-то, интересна. Я работаю в анестезіології более 30 лет. И последние 15 лет я был заведующим отделением хосписной терапии в Донецком областном противоопухолевом центре. Ввиду этих обстоятельств, которые еще до войны, я, в общем-то, решил сюда переехать и, в общем-то, здесь работать. Вот. Да, я занимался в течение длительного времени лечением хронического болевого синдрома у онкобольных, и кандидатская диссертация посвящена этой же теме. В общем-то, за мой трудовой путь, тот, который связан с онкологией конкретно, у нас вышло 7 декларационных патентов, которые утверждены Минздравом Украины по лечению болевого синдрома хроническо-онкологических больных. Также вышла методические рекомендации, учебник на русском, на украинском языке по лечению хронического болевого синдрома онкологических больных. Собственно говоря, на этой теме нужно немножко подробнее остановиться. Дело в том, что онкобольные четвертой стадии в 90-95% случаев испытывают болевой синдром. Мучительный, нестерпимый болевой синдром, который по статистике в 15% приводит к суициду или ставит вопрос об эвтаназии. Методики, которые нами подтверждены, запатентованы, они позволяют снять болевой синдром любой локализации у онкобольных. При этом у 75-80% случаев мы обходимся без наркотических анальгетиков. Стандартная схема лечения, ВОЗовская, Всемирная организация здравоохранения, это трехступенчатая, ну, так называемая лестница медикаментозная, которая на первых порах дает обычные анальгетики типа анальгина. Затем, когда боль начинает наступать, к сожалению, а боль наступает в связи с тем, что таких пациентов, опять-таки, в подавляющем большинстве случаев, в 90% идут метастазы. И они идут в позвоночник. Идет сдавление корешков спинного мозга. То есть это спинальные боли, которые не поддаются в ряде случаев коррекции
введением наркотических анальгетиков. Причина заключается в том, что механизм действия того же морфия, будем так говорить, которого, в общем-то, все слышали, что такой препарат есть, его вводят внутримышечно, внутривенно, подкожно, но механизм действия его связан с тем, что он блокирует передачу нервных импульсов на уровне коры головного мозга. То есть ввели препарат, боль ушла. Но дело в том, что морфий относится к той группе препаратов, которая вызывает привыкание. И после третьей, пятой инъекции уже идет зависимость, от которой, к сожалению, избавиться практически невозможно. У меня были пациенты, которые в сутки принимали до 20 ампул морфия. Это очень большие дозы. И не дай пациенту этот морфий, он, в общем-то, не может жить. Но дело в том, что этот морфий вызывает побочные эффекты. И в первую очередь это связано с центральной нервной системой. То есть они становятся зависимыми, капризными и так далее. Более того, поражается желудочно-кишечный тракт. При этом возможны такие осложнения после приема обезболивающих препаратов, как кровотечение. И, в общем-то, с такими пациентами, к сожалению, я сталкивался в последние десятилетия. Все виноградови уже, в общем-то, официально прописаны в течение 2 лет. И оказывал помощь здесь пациентам в домашних условиях. Да, меня коллеги знают и Виноградова, и в Ужгороде знают. Почему? Я был на конференции научно-практической в Ужгороде, там, где собирались все анестезиологи, реаниматологи района, меня представили. Ну, в общем-то, часть из них я уже знал в лицо, по крайней мере, мы где-то встречались, там, в Киеве или еще где-то на конференциях. Другие только узнали, узнают. Но дело в том, что опыт работы с такими пациентами, он действительно не то чтобы уникален, как по сущности своей, который требует действительно филигранной работы. Ведь попасть в ту зону, которая ответственная за болевой синдром в спинном мозге, ну давайте так, анестезиологи, да, они владеют этой процедурой в 15% случаев, я имею в виду из 100 анестезиологов, ну, статистика, будем так говорить, они владеют эпидуральной анестезией на уровне поясничного отдела позвоночника. Но дело в том, что, к сожалению, онкобольные, имеющие метастазы, они имеют метастазы и верхний грудной отдел позвоночника, и шейный. А вот если уже выше колоть, то таких специалистов практически нет. И если они есть только в крупных центрах. Да, в Киеве есть. Да, я был в Будапеште. Да, отец и сын, они владеют этой методикой. Да, в Польше я был в военном госпитале. Опять-таки, будем так говорить, родственные там какие-то отношения. 2-3 человека, которые владеют этой методикой. Научить можно. Было бы желание у людей учиться этому. Для этого и есть, в общем-то, научно-практические конференции. И, по крайней мере, когда я в Донецке работал на кафедре, то я как раз занимался этим вопросом. И к нам приезжали со всей Украины, да не только с Украины, из Белоруссии, там, с России, из Польши приезжали специалисты, которые хотели этому научиться. Как они научились? Будет жизнь их учить, потому что всю жизнь нужно учиться. И, в общем-то, это мне понравилось, когда здесь было открытие хосписа, были сотрудники, которые выездной бригады, медсестры, в первую очередь, которые, в общем-то, в течение, по-моему, 5-6 лет они занимаются этой проблемой настолько, насколько они это могут делать, скажем так. И подходит ко мне медсестра, говорит: Виктор Павлович, ну, мы этих вещей не знаем, которые вы вот умеете там делать, там еще что-то. Я говорю: чего решили, что я все знаю? Давайте быть откровенными. Научим, пусть люди работают, пусть к нам люди приезжают. Да, хоспис рассчитан на 25 коек всего лишь, при населении Закарпатья 110 тысяч, насколько я такие данные располагаю. И в одном только Ужгороде была статья 450 человек, которые нуждаются в этой помощи. Понятно, что всем места не хватит в этом заведении, но для этого есть выездная бригада. В конце концов, есть люди, которые нетранспортабельные, особенно онкобольные, которые с патологическими переломами позвоночника, они просто прикованы к постели, их вести нельзя, собственно говоря. Но такие, такие пациенты тоже жить хотят, и мы обязаны им помочь. Вот такая помощь, да, будет оказана в регионе. Более того, мы планируем, чтобы к нам люди приезжали, те, которые могут амбулаторно лечиться. То есть будем проводить процедуру амбулаторно, приехали, сделали, уехали. А це дозволяє статус хосписа робити? Статус хосписа, наскільки я знаю, от в Івано-Франковську
неплохой хоспис. У них есть выездная бригада, в состав которой входит и гематолог, и педиатр, и инфекционист, то есть они, и анестезиолог. Статус этот позволяет по одной простой причине, что 25 коек не справятся с тем потоком пациентов, которые нуждаются в оказании этой помощи. Как бы мы ни хотели. Меня иногда спрашивают, а сколько здесь будут пациенты находиться? Сроки пребывания, в общем-то, в хосписе не ограничены, насколько знаю. И за границей, и у нас. Ну, в общем-то, как я говорю, как корабль назовешь, так он и поплывет. Уровень заболеваемости онкологической на Украине самый высокий. Крым и Закарпатье. С чем это связано? Природные условия, генетика. Причин много. Но, повторяю, Закарпатье находится, в общем-то, в лидерах по количеству онкобольных. И наша задача в таких случаях улучшить качество жизни. Ведь в такой стадии, когда терминальная, будем так говорить, на последних этапах жизни, эта боль становится доминирующей. И если такие пациенты, к сожалению, находятся дома, потому что их, как правило, не госпитализируют, им просто назначают наркотические анальгетики. Это большое бремя для родственников. Рак излечим на начальных стадиях. Первая, вторая стадия. Когда третья, четвертая, мы говорим не о излечении. Мы говорим о качестве жизни онкобольного. Ведь действительно статистика та, что суицид или эвтаназия, она говорит о том, что эти больные, в общем-то, остаются бесхозными. И лечение их требует специальной подготовки медперсонала и оборудование. Если этого нет, мы останавливаемся на том, что эти пациенты, к сожалению, просто погибают дома. И доставка наркотических анальгетиков, она не всегда доступна. В зимнее, летнее время не имеет значения. Такие пациенты, к сожалению, обречены. Если у нас есть аппаратура, которая позволяет бороться за ЖЧК, то мы это будем делать. У нас есть аппарат биоксигенации крови или ультрафиолетового облучения крови с перекисью водорода. Это достижение, которое мы запатентовали в Донецке на всю Украину, в общем-то, да и в Европе специалисты эту методику осваивают. При введении перекиси водорода в вену есть специальный аппарат, называется он Юля. Вот. Но дело не в названии. Дело в том, что перекись водорода при попадании в кровь, она распадается на воду, и атомарный кислород, который стимулирует иммунную систему костного мозга, и который в какой-то мере приостанавливает деление раковой клетки, апоптоз так называемый. Дело в том, что здоровая клетка делится 50-70 раз, погибает. Раковая клетка, она делится бесконечно. И если, в общем-то, вовремя этим вопросом заняться, мы не просто продлеваем жизнь. Мы продлеваем жизнь, мы все смертные, как понятно, но без мучений. И в ряде случаев уходят побочные эффекты и так далее. Как ни странно, Япония занимает одно из последних мест в мире по распространению заболевания раком. Опять-таки, смотрите, там и Хиросима, и Нагасаки, и Фукусима. Что хотите с этой Японией, но тем не менее у них уровень онкозаболеваемости намного ниже. И когда наши специалисты ездили в Японию, я там не был, но тем не менее японцы приезжали к нам, они таких опухолей, которые на Украине, ну, будем говорить, в Донецком онкодиспансере, они их просто там не видят. По одной простой причине – обследуются вовремя. Ведь если там идет, человек родился, и потом пошло это плановое обследование, у нас это, как правило, просто идут или договариваются, или просто закрывают глаза на обследование, то там этого нет. И в зависимости от того, что если вовремя определить эту опухоль, то тогда можно бороться за жизнь человека. Но когда человек ходит до последнего, и потом его только начинают обнаруживать эту опухоль, извините, поезд ушел. Поэтому обследование. Не стесняться обследоваться. А не шкідливо займатися часто флюорографією? Я вам скажу, я каждый год проходил в Донецке флюорографию. Я. Хотя я мог этого не делать, как вы понимаете. У нас были специалисты, которые, зачем тебе облучаться? Ты, знаете, до сих пор живой. Поэтому я считаю, что тут ничего особенного нет. Иди, пошел, обследовался. Ну, по крайней мере, пришел, посмотрели, сказали, живи дальше. Но ведь можно действительно на ранних этапах эти вещи найти. Как вы бачите медицину на Закарпатті, в Украине в целом, если не сегодняшнего, то уже завтрашнего дня?
Поверьте, я за границей, в общем-то, длительное время и работал, и, в общем-то, и общался с ними более 15 лет. Не такие мы уже плохие, поверьте мне. У нас тоже иностранцы учатся. И даже дело не в том, что есть оборудование. Кстати, я помню, когда только начинал работать, был в Германии, работал, и привез мониторы, в Донецк привез. Мне говорили, о, что это за доктор, который без мониторов работать не может. А извините, монитор поможет, если надо. То есть я за то, что главное, чтобы человек хотел учиться. Вот тенденция такая за границей, что для того, чтобы врач получил категорию, там, вторую, первую, высшую и так далее, он должен публично выступать, он должен быть на конференциях. Идут баллы, идут сертификаты. Что значит сертификаты? Я был когда в Ричмонде, в Америке, по менеджменту лечения онкобольных. И вот заходишь к врачу, вся стена, ну не вся стена, кому как, это самое, сертификаты. Они говорят о чем? О том, что этот врач работает. Он ездит по областям, по республикам, странам. Ради бога, пациент приходит, он читает, он видит, что этот человек не сидел, просто протирал, извините, штаны. А весь он весь сейчас учится. Я когда в Донецке был, я на конференциях постоянно, ну, мне это дело нравится одним словом. И мне давали, что значит конференция? Едешь в Киев, да? Конференция, нужно приобретать документы, одним словом, платить какие-то деньги. Вот. И тогда выдается сертификат. Этот сертификат потом, когда идет получение категории, его предоставляешь, и тебе начисляются баллы. Теперь у нас такое на Украине тоже внедряется. Мне давали деньги на купи сертификат, привези. Я говорю, не хочу я так делать. Я вам больше скажу. Я в Закарпатье знаю немногих анестезиологов, хотя Закарпатье большой регион. Но это те люди, которые по долгу своей работы, службы, они, в общем-то, выступали на этих конференциях, ездили, чему-то учились, сами делились опытом. Не обязательно быть кандидатом наук, поверьте мне. Нужно просто иметь желание для того, чтобы научиться. Такие люди есть. И я уверен, что мы здесь будем работать, оказывать квалифицированную помощь, будем организовать конференции, пусть люди приезжают, пусть учатся. Да, у нас оборудование такое, которого нет нигде в Закарпатье, согласен. Но, вы понимаете, тем не менее, у нас это есть. И мы можем это показать и иностранцам тоже. Ведь когда здесь были представители и Польши, и потом мы к ним туда, Синек, ездили, Санек, говорит, у вас, в общем-то, все есть для того, чтобы вы хорошо работали. А так на Украине в хосписах такого оборудования просто нет. Если оно у нас есть, то мы обязаны его использовать и, естественно, бороться за жизнь человека. Если этого оборудования нет, и, знаете, подход такой, то просто человек в хоспис попадает для того, чтобы там умереть, извините, у нас будут другие задачи. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Ми бесідували із кандидатом медичних наук, керівником Центру паліативної допомоги Віктором Павловичем Ісаєм. Дякую вам за розмову. Дякую.